И снова здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр. И пушистая мордашка, зовут Булатик. Булатюсь, ну куда ты побежал? Вот, у нас сегодня чудесная прогулочка, великолепный понедельничек, 13 ноября 2023 года. Прекраснейшая погода, великолепное настроение, времяпрепровождение. Вышли прогуляться в лес. Да, два дня мы не снимали с Булатиком видосики, не могли нашим... Булат, не тянись. Что ты тянешь? Не могли нашим дорогим зрителям заснять видосик, потому как шли дожди у нас, лили без перестана. Два дня. Поэтому получалось гулять только вечером. Прекращался на вечер дождь, но уже было темно. Снять видос не получалось. Вот так вот. Вот такие вот делишки. На дворе у нас же, напоминаю, сегодня понедельничек, 13 ноября 2023 года. Великолепные такие праздники сегодня, как Всемирный день доброты. Мы считаем, что доброта — это то, что должно управлять миром. Это вообще должно присутствовать у всех людей, отношения друг к другу. Ну, посмотрите, чему учат все религии мира. Все религии мира говорят об одном. Все религии мира говорят только о доброте. Вот. Как ты ни крути. И никуда по-другому. Также сегодня Всемирный день сирот. Ну, доброта, сироты, понятное дело, вообще лучше, чтобы было бы без них. И вообще, и такие народные праздники, как Спиридон и Никодим сегодня. С чем мы вас и поздравляем. А мы прогулимся по лесу. Люди вон бегают, спортом занимаются. Поэтому по понятным причинам Булатика отпустить не получится. А на дорогах там такие лужи лесных, что Булатик, ну, в общем, его купать потом придется. Не получается у нас момент. Можно? Да. Не, дайте ему понюхать руку. Пусть он с вами познакомится. Теперь можно погладить. Да, хороший собак. Да. Можно погладить. Он хороший мальчик. Манекишка просто поможет. Не, у нас тоже китка есть. Да. Среднеазиатская овчарка или алабай. Ну, вообще правильно, среднеазиатская овчарка. Ну ты красавец. Спасибо. Канал у нас на Ютубе есть. Булат и Ко называется. Булат и Ко? Да. Или можно просто через поиск алабай Булат забить. Ага. Там мы видео выкладываем. А если будете нас видеть в лесу, мы иногда без поводка бегаем, то нас не бойтесь. Хорошо. Мы можем, если вдруг что, просто из-за того, что один человек и в лесу больше никого нет, он может встать и гавкать. Но да, кусаться он, да, не хороший, это самое. Ты хороший. Дай я тебя поглажу. Давай. Молодесенько. А? Не, он погладьте, погладьте, он хороший мальчик, не бойтесь. Хороший мальчик, да. Он хороший мальчик, он с детьми общается постоянно в городе, он социализированный. Да вышли в лес, а тут грязь такая, так чуть-чуть пройдемся, да. Как раз он видео снимаем на канал, выложить будем. Красавчик. Выкладывать. Ну давай, еще разочек поглажу, побежу. Хороший ты, ты очень хороший собачка, ты классный, да. Классный. А такой, да? А так, погладили маленького, погладили. Ну, пока. Глаза такие добрые. Да, он добрый чудный человек. Мальчик. Да, хорошо дня вам, да. Да, что, побежал дядя спортом заниматься, а Булатик что? А Булатик сегодня не бегает, спортом не занимается, на поводочке, потому что не все будут приходить гладить. Вот так вот к нам люди подходят, нас гладят. И вот такие вот мы звездные мальчики, так что не забываем, подписываемся на канал Булат и Ко, прожимаем лайкосики, да, подписочки не жадничаем, барские лайкосики и царские подписочки. Ну а завтра, 14 ноября, будут такие праздники, как Международный день логопеда, тоже такой немаловажный праздник, нужный, полезный, и профессия сама тоже очень нужная. Международный день девочек,
Ну и такой праздник, как Кузьминки. Народный праздник, да. Ну и день борьбы с диабетом. Вот такой мальчик, красавчик. Вот такой мы вам видосик сегодня сняли, небольшой. Потому что большой видосик, к сожалению, опять же, в связи с тем, что мы вышли в лес, отпустить Булатика я не могу. Видите, какая ситуация. Я же говорю, не все люди захотят с Булатиком подходить, обниматься и целоваться. А снимать Булатика на поводочке неудобно, за ним идти. Телефон дергается. Поэтому как бы будет сегодня небольшое такое видео. Вот пусть подсохнет денек. Или мы, может, выйдем на площадочку. Поснимаем более длительное видео. Сегодня будем говорить, да, нашим подписчикам дорогим желать счастья, здоровья, семейного благополучия. Девушки, чтобы были молоды, всегда и красивы. Да, любимы наши красавицы были. Мужчины были крепкими и сильными, чтобы мечты сбывались. Да. Дела ладились, настроение было хорошим всегда, солнечным таким и ярким. Любите быть любимым, добра и мира вам в душе, всего вам самого наилучшего. Мы же с Булатиком будем вам говорить до новых встреч. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Прожимайте лайкосики. Не, Булатик, мы туда не пойдем, там видишь, он после последней бури навалило деревья. Поэтому туда мы не пойдем, мы обойдем сюда. Хорошего вам настроения, времяпрепровождения. Чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие. Подписочку и лайкосик прожимаю. Все, а мы пошли с Булатиком прогуляемся немного и домой. Пока-пока.